Определился следующий соперник Василия Ломаченко. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе встретится с обязательным претендентом, британцем Энтони Кроллой. Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Промоутеры сообщили, что сторонам удалось договориться о поединке без торгов. Изначально Ломаченко должен был провести объединительный бой с Ричардом Коми из Ганы, но тот получил травму пальца во время боя с Исой Чаниевым.